Всем привет, с вами Руслан, мы продолжаем играть в экспедицию. В этой серии у нас будет с вами задание «Тяжкие поиски. Национальный музей Аризоны». Вчера биохимик Брэд Кук уехал на передвижной лаборатории в пустыню, никого не уведомив. Мы беспокоимся, ведь он мог попасть в неприятности из-за химикатов в лаборатории. Нам сказали, что пока прошло мало времени, чтобы заявлять о пропаже человека, потому мы и просим помочь вашу команду. Сложность просто, расстояние 1300 местность перепада высот, объекты строительства моста, условия нужны запчасти. Требования егерь-специалист. Предоплата 1100, оплата 7600, награда. Специальная коробка передач, аванпост перехода в залив Оуэлл и расширенная парковка. Укрылись менее 2 раз, используйте крат менее 5 раз, получите менее 100 урона. Так, берем специалист-егерь. Брайан Уилсон. Профессиональный лесник из Канады, занимается мониторингом лесохозяйственной деятельности, а также планированием восстановления лесных ресурсов. Домкрат плюс 2 заряда, трак плюс 10 радиус обнаружения, нужно биноклем или дроном. Окей. Так, берем с собой шишигу. Части 200, не знаю, сколько нам хватит, столько. Кто знает. А сколько нужно интересно строительство этого моста от частей? Южный ванпост. То есть при этом просмотр, отличное настроение. Добра и позитива. Так, о чем еще? 350, да, у нас? Он у нас по максимуму вообще запчастей. Больше мы ничего не сможем взять. Так, как и нам теперь ехать-то? Добраться до места. Ну, поехали. Добрались. Этап завершен. Биохимик пересек реку и отправился к северу. Надо найти его следы. Сейчас бинокль посмотрим, что у нас здесь. А, вот он, мост, да? Как раз. О, улучшение. Нормально. Хорошо. Прям рядом еще прикол. Так, а как нам, значит, здесь ехать? А, сюда вниз придется нырять, да? Ага. Просканируй следы шин. Посмотрим, что у нас здесь, что за задание какое-то, что ли. Да, дружеская помощь, шноркель. Награда 8800 и шноркель, отлично. Потом, мы выполним. Сюда, да, можно. Что там за детали надо? 30-50, нифига себе. А, это у нас. 150 надо. Раз, два. О, мост строит. Ого.
Нормуль. Мостик построили. Так, поехали через мост. Что это стрел-то? А что там уперся? Ну, конечно, могли бы и почистить построить, если честно сказать. Угу. Даже доехать это не получается. Да. Да. Короче, разработчики, делайте вместо этих двух мостов один. И поширше, если есть возможность. А то там уж как-то ну, совсем не айс. Конечно, лишен. Где забухал этот химик? Дома. Ха-ха-ха. Тут, конечно. Круто. Просто было эпично. Так, летаем. Листочек сканирования. Так, одна есть. Угу. Вторая есть. Следы указывают на то, что Брэд отправился далеко в расщелины. Что ж, теперь мы хотя бы знаем направление, надо продолжать поиски. Да, согласен. Это мне что теперь обратно, да, типа идти? Ты ж молодец, говорит, спустился здесь, проверил. А теперь там туда вот это. Вообще давай тормознем-ка. Туда сейчас заберемся. Давай, давай, забирайся. Просто так, что эти якоря берем с собой. Интересно, интересно. Бах.
Ну, давай, аккуратненько. Следуйте область. Надо доехать, прежде чем следовать. Что, мы уж приехали, что? А, ну мы приехали, типа, да. Что, посмотрим. Идите, я что-то пока-пока. Ничего не вижу. Далеко не улетает, ясно. Еще карта, а вот сюда, да. С какой стороны? А, это туда смотрели, да. А, поехали. Дальше, как говорится. Ничего особо так, ничего такого не вижу. Ну, палы там, шмалы. О, осмотр. Смотри, трейлер. А где трейлер-то? Мне кажется, я его вижу. Давай подъедем ближе. А, вон там он. Ясно. Погнали. Стоит. Давай, забирайся. Вот у нас трейлер. Ха-ха-ха. Прям трейлер напоминает во все тяжкие прям. Ха-ха-ха. Это трейлер Брэда. Здорово, что мы его нашли. Экспедиция завершена. Расширение парковки. Коробка передач специальная. Переход в залив. Уап. Получите менее 100 урона с 1000. Используйте замкрат менее 5 раз 500. Эвакуируйтесь менее 2 раз
1000, и того мы заработали 11 330. Что, нормально, да, да, нормально, да, мы заработали. Что, закончена эту серию? Да? Желаю всем хорошего дня, отличного настроения. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Пишите комменты. Встретимся в следующей серии. С вами был Руслан. Мы играли в экспедиции. Всем баюшки, баю.